9 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в регионе за минувшие сутки. Из них 4 с симптомами заболевания и 5 бессимптомных. В числе носителей инфекции 8 жителей областного центра и 1 житель Мугалжарского района. Прирост составил 0,3%. Общее количество заболевших COVID-19 – 3553. Выписано 3411 пациентов. На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 293 человека.